Дорогие коллеги, хотела с вами поделиться моим впечатлением по поводу участия в тренинге Teaching from A to Z, который организовала прекрасный преподаватель, вдохновитель и основатель группы We Teach English Ирина Боднер. В этой же группе я узнала об этом тренинге и сразу поняла, что мне необходимо принять участие в нем, так как я недавно закончила университет и только второй год работаю в общеобразовательной школе и поняла, что мне не хватает практических советов, методик и теоретических знаний, как организовать эффективно урок. И в этом тренинге я узнала массу полезной информации о том, как планировать урок, как преподносить грамматику, отрабатывать ее и вводить в речь. То же самое касается и лексики. Я узнала о массе увлекательных заданий, как можно эффективно закрепить лексику. Вот. И я могу определенно сказать, что данный тренинг изменил мое представление о преподавании. То есть это совершенно разное представление, когда я училась в университете, когда я проходила практику и сейчас. Я теперь немного по-другому смотрю на то, какие задания подбирать, какой последовательности их давать и вообще как планировать урок. Если вы находитесь на такой стадии, что вы хотите разнообразить свои уроки, сделать их более эффективными и ищете вдохновение, вот, заряда энергии, то тогда этот тренинг для вас. Спасибо за внимание.